Ну что, чьи булочки хотят сосисочку? Так вы не пожмете мне руку и не выпустите отсюда? Очаровательно. Кажется, что рассказы о необыкновенном существе истинны. Похоже, плохие парни объединяются. «Стекло» – предстоящий американский супергеройский фильм в жанре научно-фантастического триллера режиссера М. Найта Шьямалана, третий фильм серии «Неуязвимый» и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях – Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой и Сэмюэл Ли Джексон. Выход в широкий прокат в России запланирован на 17 января 2019 года, но сейчас вы можете его посмотреть по ссылке в описании. Продолжение истории про преступника с множественным расстройством личности, согласно опубликованному синопсису. В этот раз они вместе с мистером Стекло, террористом-инвалидом, сталкиваются со своими старыми врагами Кейси Кук и супергероем Дэвидом Ганном.